столице Ирака в среду вечером снова прогремел взрыв. Второй на этой неделе. Сообщается о не менее 19 погибших, еще 39 человек пострадали. Террорист-смертник подорвал себя в автомобиле в районе Садр, где проживают в основном шииты. Взрыв произошел перед зданием полицейского участка рядом с рынком. В этом месте также много кафе и ресторанов, где мусульмане как раз праздновали Курбан-Байрам. Этот взрыв прогремел на следующий день после другой серии терактов в Багдаде и окрестностях. Их жертвами стало около 15 человек. По данным ООН, за один только сентябрь этого года в Багдаде было убито около 350 человек, около 1000 пострадали. В целом же по стране количество погибших в результате терактов превысило 1100 человек. За несколько подрывов смертниками в столице ответственность на себя взяло Исламское государство Ирака и Леванта, известная своей жестокостью радикальная исламистская группировка, боевики которой в настоящее время удерживают под контролем ряд территорий в Ираке и Сирии.